А вот она, собака-барабака, нагулялась уже, бежит домой. Я все-таки одела ледоходы. Грейка бегом прятаться, прячься. Ну, такая метель у нас. Ужас, кошмарный. Кошмар метет, прячься. Следующего Косю выводим. Да, Кось? Ой, шумненько, никогда ветер не нравился. Сейчас будет идти боком. Что там, скажи, снег выпал? Где? Так, берем. Закрываем. Ледышки вон еще есть. Ледышки. На цепь. Все, Кося, гуляй. Ой, скажи, ужасно как. Вот у нас сено какое. Заснеженное. Долгого хранения называется. Сперва заморозка, обледенение, потом прибрасывание снега, обкладывание или обсыпание. Пес, барбос, в любую погоду. Да, так же стою, жду. А ты опять там залипла на левадах. Что такое, Грыка? Вот в любую погоду гуляет. Молодец. Хе-хе, лицо у тебя такое снежное. Ты сам такой заснеженный. Да, побежали. Побежали домой. Зато воробушкам хорошо. У них там собственный рай. И зернышки, и соломинки. Снегом все засыпают опять. Они там чирикают. И такая толпа. О, полетела. Самые смелые вернулись. Так, температура у нас сегодня 17, и так, а даже не 17, даже 18. Там получается на улице, ну, в районе 15. Не, ну ветер улегся. И метет. Ну, естественно, ну а как зима у нас? Зима. Все растаяло, замерзло. Пошел дождь, все замерзло. Засыпало снегом, опять замерзнет, опять подтает, опять пойдет дождь, все опять замерзнет. Ну, как обычная зима. Вот, сейчас заметает. Время заметов.